предлагаю один из вариантов приготовления окрошки. Главная особенность в том, что окрошка делается на овсяном квасе с базиликом. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Подготовьте все ингредиенты. Картофель помойте, отварите в мундирах до готовности. Полностью остудите. Очистите картофель. Нарежьте куриное филе, картофель и огурцы на небольшие кубики. Зелень мелко порубите. Редиску нарежьте кружочками. Все перемешайте. Переложите часть окрошки в тарелку. Посолите, добавьте сметану и перемешайте. Влейте квас в тарелку. Окрошка на розовом квасе готова. Приятного вам аппетита! Покупай все продукты и напитки с хорошими скидками. Переходи по ссылке в описании и получи скидку до 30% на продукты для ваших кулинарных шедевров. Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!